использование метода PRP-терапии. Для этого используется кровь пациента, которая специальным образом приготавливается и вводится в места, которые причиняют пациенту определенные проблемы. Показаниями к PRP-терапии являются заболевания и повреждения опорно-двигательного аппарата, которые включают сухожилия, связки, хрящи, мышцы. Вот таким образом происходит забор крови пациента. Это обычный пункционный забор. Набирается 20 мл, которые помещаются в специальную пробирку со стабилизирующим раствором. Затем эта пробирка располагается в центрифуге, и кровь разделяется на фракции. PRP аббревиатура Platelet Rich Plasma, то есть плазма, обогащенная тромбоцитами. Для того, чтобы выделить тромбоцитарную фракцию плазмы, центрифугирование проводится дважды. Специальных рисунках плазма была специальным образом подготовлена. В условиях перевязочной происходит процесс внутрисуставного введения этого препарата с соблюдением всех правил асептики и антисептики. Если внутри сустава находится жидкость, она эвакуируется. В данном случае сустав без выпада. Поэтому сразу происходит введение подготовленной плазмы. При необходимости для внутрисуставных введений или для введения в другую локализацию может использоваться УЗИ навигация. После введения препарата в сустав несколько раз коленный сустав сгибается, разгибается. На этом процедура введения завершена. Таких процедур с интервалом 7-14 дней можно выполнять от 3 до 5.